У нас нарисовалась проблема. Светильники, американские телекамеры могут свалиться у нас. Поэтому мы должны закрепить их дополнительной проволокой. Так, сначала освобождаем рабочее место. Снимаем батарею. Раз, батарею прикрепили. Смотрим, где можем продеть. Готовим проволоку. Проволока американская. Откусываем ее с обоих сторон. Оп. Так, с этой стороны. Хоп. Отцепили. Чтобы не потерять, сюда напыли фильтр. Так, проволочку загнем, чтобы не поцарапать ничего и самому не повредиться, и скафандр не продырявить, не дай бог, который очень дорогой, много трудов на него потрачено, надо его беречь, это труд многих людей. Так, и скотчем можем даже обмотать. Скотчик. Скотчиком мы сейчас обмотаем. И проскакивает хорошо будет. Окошечко. Раз. И с другой стороны тоже. С другой стороны тоже. Обмотаем. Потерялся скотчик. Так, вот он. Бывают земные проблемы. Скотчик, оп. Обрезаем. Торопимся, чтобы успеть показать. Так, проволока у нас готова. Вот. И мы ее продеваем. Продеваем через крепление светильника. Попасть надо еще. О, удачно попали. Теперь делаем, чтобы она брала ровненько. Чуть-чуть камеру отогнем. Так, раз. А, и пропустим через вот здесь вот надо, чтобы она прошла вот здесь. Вот. Так. Хорошо, проволока медная, отожженная, поэтому гнется хорошо. Так, посередочке сделаем и делаем закруточку. Закруточку делаем. Вот здесь делаем закруточку. А, сначала натянем. Хорошо натянем. И теперь делаем закрутку. Оп. Сделали закруточку. Я думаю, вот так вот хватит. Все. Так, приготовились к следующему этапу. Так, следующий этап, это надо пропустить через обшивку скафандра и пропустить и вытащить туда, ближе к кронштейну. Вытаскиваем ближе к кронштейну. Вытащили к кронштейну. Теперь в кронштейне есть отверстие, с которым мы должны продеть набор документации. Вот одно отверстие. Угу. Так. Отлично. Выскочило. Так, через одно отверстие продеваем. Оп. И через второе. И через второе продеваем. Оп. Чем больше вытянем, тем будет у нас больше хвостик, чтобы его закрепить. Отлично. Вот мусор собираем. Красота. Красота. Все, теперь скручиваем. 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 Скручиваем.
и скручиваем. Вот. Вообще никуда не денется. Проволока нам поможет. Всегда и во всем. Ну, теперь осталось заправить проволочку, чтобы ее не видно было, чтобы красиво было. Закрываем клапан. Ставим на место аккумулятор. Смотрим, ничего мы тут не отцепили. Ничего, все нормально. Так, он должен защелкнуться. Все, сел. Ставим клапан, пропускаем его через петельку, если вдруг, чтобы мы его поймали, и ставим на кнопочку. Все, отлично, отлично. Проверяем, как здесь. Так, хорошо держится. Пропускаем через петличку. Оп. Оп. Все. Отлично, все, все держится. Закрываем, у нас тут его и не видно, даже что мы делали ремонт. Так, и не забываем подключить, конечно, к основной аккумуляторной батарее. Подсоединяем, все. Держится, никуда не денется теперь.